Боже, я такая красивая. Блин, я так похудела. Блин, мне столько всего можно найти. Выходи из меня. Блин, я такая счастливая. Фух. Проститься же херня. Криша, привет. Можно ко мне придет друг? Друг? Ладно, можно, посуду помойте только. Время играть в компьютер. Только надо посуду помыть. А давай я уже будем пить. My baby let me shine. Кирилл, прекрати. Кирилл, прекрати. Гориша, ты! Кирюшка, ты глянь! Кирилл, предатель! Злость и радость поменялись местами. Привет! Это что, мне? Нет, мне! Ты чё? Ладно, пойдем. Я долго к этому шел, на самом деле. Я так решил, что нам надо расстаться. Блин, офигенно! А в чем причина? Так тебя ж полгорода знает, ты чё. А, ну да, точно. Пошла ты. Алло. Заюш, я машину разбила в хлам. Да ладно! Блять, ну, тебе пи***ц. Да! С днем рождения! Спасибо! Ну и что это? Что это такое? Путевка, куда ты хотел? Ну спасибо вам! Да не за что! Заюш! Чего-чего? Ты мутишь своей лучшей подругой! Сверовище, мудак! А еще тут алкоголь бесплатный. Hello? Виски ту, джин тоник. На море-то пойдем? Ну, на ход ноги чуть-чуть. Виски. Вино. Ползи в аэропорт. Мадама, тормози! Нормально, выворачивай! Мальчики, а я как раз новый телефон купила! Класс! Ой, дебучка какая! Смотри, смотри! Смотри, какой хорёсенький! Боже, нет! Иди домой! Заёшь, наконец-то тебя выписали, господи! Смотри, это твой малыш! А, да почему так похож? Реально? I heard he spent 500 pounds on gold. I don't wanna
Зай, нам дали 4 бесплатные пиццы. Кажется, у тебя будут лишние калории. О, нет. Я вообще ничего вредного не жру, все равно жирная. Интересно, а что будет, если ударить человека блином по лицу? Короче, если просто не жрать всякую хрень до Нового года, я уже приду в форму. Сука, сука! А вот кто вообще придумал красить ногти? Кто придумал, сука, красить ногти? О, божечки, я не ела ничего уже 2 часа, чувствую, как силы покидают меня, нет. Фу. Полегчало. Если он не напишет мне еще через 4 секунды, все, я больше первой писать не буду. Биг Мак. Бамбалея, бамбалея. А кенерия корас йоне кирирамсис. Если я не начну убираться прямо сейчас, я не сделаю этого никогда, и меня найдут здесь, посыпанные чипсами. Ой, кажется, парень звонит. А у меня же нет парня. Странно, почему в квартире воняет мужскими носками, а мужчины нет? Может... Все, мы открываем мир других мужчин. Да. Потому что если ты не попал в хит-парад моих мыслей, ты не присылай больше мне свои песни. Да, вот и все. Да, посмотри онлайн. Ну, да. Сука. И вообще, я читала, что если рак будет в доме Овна просто на 23-й день лунного календаря, ты пройдешь мимо него хоть в чем, хоть в белых носочках, хоть и не знаю, в носках шерстяных. Он просто тебя разлюбит. Маша, он добавил аудио в ВК 1.5 секунды назад, смотри. Схуёво. Не пиздец, хуёво. Да, пиздец, хуёво. Не пиздец, хуёво. На самом деле, похуй. Просто обожаю белое вино. Но ты знаешь, я когда выпью, я начинаю всякую чушь нести. Ты не обращай внимания. Я, короче, путешествовала очень много. Ой. Брось, а то поссоримся. Ты что? В Татарстане. А потом поездила в... Ой, очень интересно. Сейчас пойду брызну. Так, а почему мы до сих пор не танцуем? Чуть-чуть, Финюшка. Как тебя звать? Малыш. Тебе нравятся женщины на столе? Ты так шутишь? Ты знаешь, у меня муж так же шутит. Ой. В смысле, друг. Давай выпьем за то, чтобы ты перестал быть нищебродом. Почему на меня одни мудаки хлют? Мне кажется, ли вино вообще не тонкое? Такой классный вечер. Не хватает только... Ой, слушай, купился сапоги дорогущие, вдыхайте с них, как королева. А я наконец-то добежала до ЦУМа. Вот Армани себе взяла. Ой, слушай, а у меня с моим последним временем такая идиллия, вообще не ругаемся. Стульчанка, пускай, сумка, сколько можно говорить? Ой, а у меня мой такой верный, как собачка дома ждет. Алло, крошка, моя уехала с подругой встретиться, пригоняй, пошалим. Ой, ну все, времечко, я сейчас прям в аэропорт и на Мальдивы. А я в свою бэховицу. Прыгай в мою бэху. Уик-уик. Чипсы. Да, еще раз. It's impossible. Алло, ты на работе? На хуйте. Просто у меня кое-что срочное. Ага, хуйное. Ну, просто я родила. Да хуйка! It's impossible. Ask a baby not to cry. Ой, ты что, все еще лайкаешь фотки своей бывшей? Ну, естественно, у нее сиськи, у тебя нет. Подпишусь на нее тоже.